Эй, приветствую вас, дорогие друзья, с вами Энгрей. Надеюсь, вы любите игры от Atlus, потому что сегодня мы сыграем в игру Trap Runner. И кто знает, быть может, она найдет место в вашем сердечке. На сайте, где я эту игру скачал, там значился жанр стратегии. Так, хотя, конечно, непонятно, насколько это. Протчел. Протчел, протопк. История, обучение. Слушайте, в игре есть обучение. Основные действия. Мины, установка, восстановление. Мины, тип и эффект. Прямая атака, предметы. Что поделать, придется начать. Нажимай квадрат для установки ловушек. Вау. Кнопки L и R1 используются для переключения между ловушками. Полная озвучка, даже обучение. Вот это качество, конечно. Нажав треугольник, можно перейти в режим поиска ловушек. Тогда ты сможешь обнаружить ловушки, расставленные врагом. Нажав кружок, можно атаковать врага как на расстоянии, так и непосредственно. Нажав крестик, можно установить бомбу с дистанционным управлением. Ничего не произойдет, если у тебя нет таких бомб. Логично. Все эти кнопки изображены на специальной иконке. Слушайте, прям офигеть. Когда устанавливаешь ловушку, твой арсенал уменьшается. Логично. Когда у тебя ничего не останется, ты не сможешь больше ставить ловушки. Однако, если ловушка установлена врагом, то она возвращается в твой арсенал. Если ловушка установлена, то поставить еще одну поверх нее нельзя. Тоже логично. Также ты не сможешь установить свою ловушку поверх ловушки врага. Нажав крестик, ты можешь активировать бомбу дистанционным управлением. Ты про это уже говорил. Меты уже знали. Мина взорвется, когда враг наступит на нее. Бомба взорвется только вместе с миной или с бомбой с дистанционным управлением. Ну, если рядом находится. Понял. Слушайте, эта игра выглядит как просто некий, не знаю, PvP... Просто какая-то... Если ты попал в PvP-игрушечка такая. Кнопки управления для того, чтобы быстрее из нее... Черная дыра. Офигеть. Взрыв-пакет отбросит врага в определенном направлении. Враг улетит в ту сторону, куда смотрел ты, когда ставил ловушку. А далеко? А, вообще до конца карты. Газ автоматически начнет распространяться через определенный период времени. Но помни, что газ для тебя также ядовит, поэтому, увидев распространение газа, быстро уходи из этого района. Увидев его, он уже никуда не смог уйти. Когда ты находишься в режиме поиска ловушек, ты можешь разминировать ловушку врага. Введя правильный код в течение определенного периода времени, ты можешь разминировать. Это, кстати, прикольно сделано на самом деле. Когда ты разминировал ловушку, она просто исчезнет. А жаль, что ты ее не забираешь. Здоровье увеличивается. А, все-таки бонус есть. Хил. Ловушка сработает, если управляющий код будет введен неправильно. Если ты наткнешься на свою ловушку в режиме поиска, то ты сможешь снять ее. Когда твой враг находится на расстоянии, ты можешь атаковать его из оружия.
Если заряд закончится, тебе будет необходимо перезарядить оружие. Тоже логично. Когда враг находится близко, то ты можешь просто ударить или толкнуть его. Если ты атакуешь врага, когда он разминирует ловушку, то эта ловушка автоматически сработает. Предметы появляются через систему доставки объектов. Если ты увидишь предмет на радаре, иди скорее и возьми его. Это одна из ловушек. Твой арсенал увеличивается на единицу. Это единица здоровья. Хилка. Твой уровень здоровья увеличится. Это ускоритель. Это специальное оружие, называемое также юнитом. Оно будет описано в дальнейших уроках. Какая-то эми-волна прям. Ох, невидимость, вот это кайф. Невидим в течение 8 секунд, за исключением атаки юнита. Полученный юнит заменяет твое оружие. Каждый юнит дает 3 выстрела. Каждый юнит должен быть сначала заряжен. Атака прерывает зарядку юнита. Плазма-бомба самонаводится на врага и следует за ним. Плазма-бомбой можно поступить 3 способами. От нее можно в конце концов просто убежать. Также от плазмобомбы можно укрыться, примиться, к примеру, под мостом. Это приведет к уничтожению моста и бомбы. Третий способ. Просто дать бубен врагу, что приведет к уничтожению юнита и плазмобомбы. Прикольно, бубен. Но это более выгодным, конечно же, кажется, дать в бубен. Ну и наконец, если плазмобомба наткнется на другую взрывчатку, она просто исчезнет. На бомбу. Полевые мины тип эффекты. Какие-то вообще башни. Полевая мина — это препятствие, которое будет мешать тебе на данном этапе. Ты не сможешь установить ловушку на ленточном конвейере. Это ящик с барахлом. Если ты разобьешь его, то иногда внутри сможешь найти что-нибудь полезное. Это ящик со взрывчатки. Он взорвется, если ты сломаешь его. Мощный взрыв. А это что? Ракета? Тебе встретятся и другие помехи. Например, пушки. По-моему, пушка была в начале урока. Это какая-то ракета. Типы комбо-ловушек. Серьезно. Комбинированные ловушки позволяют атаковать врага с помощью нескольких ловушек. Вот несколько примеров. Да, ну это прикольно, типа, условно. Это комбинация мин и бомб. Поместив бомбу непосредственно рядом с миной, ты сможешь нанести больший урон врагу. Это комбинация обычной бомбы с бомбой с дистанционным управлением.
Чтобы увеличить силу взрыва, ты можешь окружить дистанционную бомбу большим количеством обычных бомб. Такая комбинация возможна, если ты используешь все ловушки. Офигеть. Отравить, взорвать. При этом, главное, это не убило вражеского персонажа. Большую часть хитбара снесло, но не убило. Да, вот такая игра на самом деле. Даже уже можно с ней особо не знакомиться, но все-таки немного сыграем. Рен Рейли. Ух ты. Тикоу. Давайте за нее. Я думаю, она всем абсолютно понравится. Цель этот парень. У него 4 бомбы, 4 какие-то ловушки еще и одна на дистанционке. Давайте попробуем. Выбор мин. О боже, get ready. А, я должен... Ой, блин! А тут самонаводка? Так, понять, как понять, как... А, вот мины. Отбрасывание только в какую сторону. Ну, допустим. Эта сволочь, кстати, какое-то оружие забрал. Ультимативное. Так, от этого нам нужно убегать, я так понимаю. Ой, пошел в сраку. Ах ты тварь. Слушайте, нам, по-моему, просто добить его надо и все. А как обесцветить мину? X, круг, треугольник. А, просто подойти к ней. Куда, сынок? О, нормально, первый урон. Готов, да. Это тоже сам. Но это первый противник. Это победа? Да! Компродул. Компродул. В горле у него. Виктория, ты победил. Давай убей меня. Он бормочет. Я не намерен убивать тебя. Лу тогда вернется, браток, к нему. Этот человек свободный шпион. Не член Гейна. Я свяжусь с Гейном.
взглянуть на это. Сколько здесь этого шипения? Уничтожить андроида. А, на андроид. Слушайте, у нее-то побольше ловушек будет. Дыра как раз черная. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, мы с вами попрощаемся. Такая вот игра от компании Atlus, даже немного неожиданно было. Пишите свои комментарии, мнение по поводу этой игры. Как она вам зашла, не зашла. Может быть, в нее играли, есть поделиться какими-то воспоминаниями ностальгическими по поводу этой игры. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это сильно поможет развитию канала. Что ж, мы еще сыграем другие игры. Это будут уже, думаю, более чистокровные стратегии. А на этом всем желаю вам здоровья, успехов и просто, надеюсь, хорошее настроение. Всем, друзья, пока-пока.